5 хилы волоебит или что? Тебе, Блядь, три наверное, реакторса мана. лучше не стоит говорить, что у тебя за 2 секунды прилетело больше, чем у тебя ХП. Ты видел мою смерть? Да. Ну, клинкани. 43, 42, Я буквально 32. только сделала шаг от лужи, и ты сдох. Я перед этим даже проанонсил, блядь, ревностного нету. Мне хуй кто даже прохилил. Ну, неужели нельзя Вы было без хлопка? иногда боссов тягаете не по кругу, а как-то от середины к стенке, и до вас еще добегать нужно. Вы хотя У бы вас, блядь, чисто три ровно реестра водите. шамана. У вас три реестра шамана, блядь. У вас холи паладин. Каждая секунда должен поступать от хил. Каждую секунду по танку должен поступать от хил. Банально, хотя бы отход и друида, блядь, там, не знаю. От быстрины шамана. Ой-ой-ой-ой-ой. Пять секунд прошло, а не три. За 5 секунд не вижу вообще отхила. Вы говорите за секунду. Для вашу защиту хилов хочу сказать, что иногда не успевается кастовать, потому что очень иногда быстро ведете. То есть начинаешь кастовать, бах, уже вы вне зоны. Бегишь за вами, как будто бы, знаете, как собачки бежим. Так Мы иногда не они к успеваем стенке прокаст. отбегают, и с центра приходится до них добегать. Я уже вообще прям на вот этой бандюреньке стою, чтобы до них достать. Так вы Ну да. нормально, вы стоите на малом круге. Вы должны доставать с любой точки танка, блядь. Но мы не достаем, потому что вы водите так. Так а вы просто Если поймите, у вас зачем они постоянно водят. где-то стоите. Нет, вы просто поймите, зачем они водят. Они же водят, чтобы мобы не взорвались. На мобов просто посмотрите и все. Ну это да, но бывает, я же говорю, что реально быстро, что каст не успеваешь докастовать, купаться, они уже не... Во всяком Но случае, тут я так дело не выполняю, пошло у меня такие... сразу, когда воет таунт прожал, и босс полетел в рейд. Вообще никак это не повлияло. Потому что я перетаунтил. Сразу же. Давайте, соберитесь. Мозер, Калад, готовы, чтобы... Собираться, блин. Да, я Я шаг плюханул. сделал, танку. Мозер здесь. 5 секунд не было хила. О чем вы говорите? Посмотри по смерти. 5 секунд. Шаг делается за 5 секунд? 5, блядь. Можешь одного рестаршамана поменять на Элбрила? Тот точно похит. Давай я выйду, а Элвир пусть зайдет, Не, если что. ректор друид тут нужен. Я на себя намекаю. Поехали, Калат. Каст. Чего там стоите? Вот, что ты тут вот стоишь, допустим, хилишь? Если ваша позиционка вот здесь на круге. Вот здесь. Хилы. Ну, что Ваша что? позиционка. Вот, малый круг, блядь. Что вы в центре забыли? Каст, или вы боитесь под босса подойти? Забрал. Босс не кусается.
пускают. Каст. Пал лежит, поднимать? Да, поднимаю. Контроль. Проведи немного. Ближних сразу не надо всех контролить. Два пускай до этих доходят. Одного контрольте. Умер, залейте просто. Пал. Бафы дайте по ходу, Пал. Просил. Листака проведи. Все нормально. Раст. Дал Мацакру, раздавака, живи, блядь. Держите его. Забрал босс. Пускайте. Потом не поверят. Каст. Тебе в чем проблема отбежать? Да ни в чем. Ну народ поднимешь. Ой, забери, забери, забери. Народ поднимешь его, нет? Народ, народ. Когда? Ну, тогда этот. Жена, он поднимешь. Киса, давай сейчас тотем откат. Баф по нему обновить. Больше урона по боссу. Пиздец будет. Вы конченые, скажите мне. Не, Лёх, ну вот сейчас затупило, честно тебе. Наверное, ты еще посох хочешь какой-то собирать, блин. Пускай заходит. Пускайте. Мотивали Инна. У меня есть. Блин.
Пусть по тебе да тут сейчас просохнешь. Да там 50 секунд. Пустите мелкого. Сейчас моба взрываем, тогда переводим. Там быстро надо. 8 взрыва будет. БР откач. Стоп! Стопните по боссу, взрываем. Два. БРчка. И этот уже, наверное. Я встаю, прохил. Есть БР. Дальше вы, короче. Бейте босса. Босса бейте, переводите. Сейчас. Все, отпускай. Бежим. Блять, Саку дай. Дамаг по рейду пошел. А, сука, они дошли просто, нахуй. На тебя баны от локов или что на момент? Ложитесь, нету смысла продолжать. Прыгайте. Обалдеть, это переход, когда надо по-быстрому забежать. Да. Я не помню, что когда говорили. Да, да. По-быстрому прибежать. Там 20 секунд. Да сдохните, пробуйте вы. Раньше вообще было 5 секунд. Блять, почему сегодня хуйней страдают люди? Да может, новые, нормально. Новые люди. Да при чем тут новые, блять? Старые не доконтроливают даже. Ты чересчур много контроля. Сила бездны в ШП. Элбрил, блять, в ДЦ, гримперчик на замену. Рыбку поставил. Не помните ДПС, когда он здесь? Бинканули его только что. А Джокер 13 еще, он такой слабенький. Лёх, можно я уйду, а чё мне ЕП на халяву глотать? Я всё равно не... Можно, да, уходить? Да, идём. Просил, дайте по выводу. А я убрала присумонили или нет? Нет. Нет. Что-то я не вижу. Сумон, наверное, писал. А может меня в четвертой пати? Этот... Или в пати, где вообще прошибает. Сейчас, подождем. Нет, просто... Маленько билзи переделал. 3К, ХПС, ШП, нормально, в принципе. В
подождем. Так, мотивалы сюда. Вот так сделаем. Так, мне порт гримар по-быстрому дайте. Хочу поменять кое-что. 2 минуты. В самолете сразу сам можете кинуть. По мане не садишься? Нет. Кир, не тяни тотем. Тут... Мы успеваем два раза за первую фразу сдать тотем. Два раза пету успеваю вызвать. На первой фазе. Тут на 23 команды в начале и потом уже в конце. Я знал успевать только один раз. Кто? Ты пета вызвать, Полина тотем поставить. Нет, я два раза делаю, потому что... Зачем мне один раз? Успевать. А, ну, нет, это слишком быстро. ДПС. С 30к ДПС, может, так и будет. Блять, ебучий гримар, блядь, чё он так долго прогружается? Тут зависит всё от дисплея. Дисплеят быстро у вас, нет? Ну, от пятой пати идут и... 5, 4, 3, 2, 1. Ну так и должно быть. Не забывайте, что он один, а нас много. Приоритеты хилы. Не, там, там же не на всех где-то кидается. Там кидается на сколько? Сколько там же человек кидается? На 10 вроде. На 5. Не, на 10. Обычно 5, он пишет. 5? Да, ну то есть это 5 секунд, а что-то дисплей идет, блин, по 15 секунд. Ну, до кого-то он бывает не достает. Поэтому еще надо добежать, бывает. Ой, готов? Лех, а поставь на огонь. А то, блять, мы с тотемами тут ебемся, пиздец. Ну что там? Все готовы, поехали. Вайт будет. Секунда, крикни на ХП. Крик. Каст. Контроль. Где, блядь, ебучий контроль? 4, блядь, стака. Сдала. Где грипп отдельно лазит? Почему по телу дохуя урона проходит? Потому что 2 стака уже служит. Грипп, блять, какого хуя на тебе стаки? Прибежать, блять, не можешь. Служи ебучий, выбежи.
скажу. Десять секунд заберу. Каст. Ты. Где, блядь, сам ты лазишь? БР кислый его. Каст. Надеюсь, под взрыв мобов не встанешь. И подкаст. Моба. Контроль мобов. Класс. Слушай, выйдите только. Контроль мобов. Ну, ну, не стал. Вот, просил. Еще пускай идут. Два заходит, каст. Через 5 секунд заберу. Забираю. Пускай идут. Скорее у нас мы. Я там стал. Каст. Как раз 2 минуты. Еще один раз мобу взрывать надо будет. Угу. Давайте побольше дамажим. Чтобы дать в следующий раз не ждать. Все равно, стоп. Как торгирую. Блин, мне что-то стаки набралось. 8. Каст. Забираю. Дальних отпускайте, надо быстрее хлопать, отпустите. Давайте, да. Все, всех отпускать. 6. Стопните. На секунду стопните. 5%. Все, бейте. Каст. Приводите. Нахлопайте, захилиться. Продайте, проси. Как же зафилить? Все, стали по меткам. Приезжали на вторую фазу, стали по местам. У вас будет время, чтобы прохилить. Все, каз закончился. Ну и сейчас по ДПСу вроде нормально. Где Элбрил стоит? Ну Элбрил стоит со всеми. Гера. Все, нажми, где Гера? Четвертая слабость. У нас ярость. Смотрите, ярость у вас там. Гер. Или нет? Или агро. Это сброс в игру. Тиру. С
Смотрите за перьями. Эфир у Мишки есть еще. Перья, перья. Захил. Мобы, контроль. Я дам массакру. Ну не всех же, отпустите двоих. Отпустите, отпустите, пускай доктор Вокс. Дал массакру. На прежнее место вернитесь. Крик этот, раздаваки баф поднимите. А. Каст. Блять, ебучий. Фир у Мишки, если чё. Киев. Подхильте Кислого. Блять, хилю ходит протопаладином, блять. Подхильте Кислого. Блять, Розарио лежит, ёпт. Этот, Полина, сместись, как? Блядь. Ковато учитывает. Сместись, Василь, ковато. На первую платформу как забегали. Сука, отбежать, чё, сложно было. Контроль мобов. Мобов контроль. Взорвали. Спели. Я ковато не выхилю. Да, блядь, говорю, Полина, сместись, похиль ковато. Следующего убьём. Перебежали все. Живы КД, если чё. Что он делает? Контрольте, вихры дайте, да, совы, да. Блядь. Дальше вы. А, блядь, совы дальше бегут, блядь. Стоп, вот, блядь, смотри, где кто находится, это пизда. Вот где кто сдох, блядь. Хули пало чего сдох, блядь. В луже в центре, блядь. В смысле в луже в центре? Где он в луже, блядь? Когда у меня не было хил, я поворачиваюсь, он лежит в середине лужи. Ты, блядь, я бил вместе с вами эту треть, ну короче, в общем. Когда он на нем кинулся, я развернулся и продиспелил, потом опять бил эту, которого вы все били. Потом хила нету, поворачиваюсь, а он лежит в луже в середине. Перья, блядь, не просто так анонсится. Блядь, перья, это значит, надо перебежать, миликом отбежать. На минуту ты. Лёха, спроси, да. Кто стоит, он один стоит сейчас. Ну, так он один и стоит, там же Ноэн стоит с ним. Так а если это проклятие... С Ноэна не было там? Ну, вот один раз я умер из-за этого, на мне был дебаф. Я не смог ни себя, ни прохилить. Ну, а чё там, блядь, ты не диспелил тогда этого, прось, же Ноэн? Ты все время должен со мной стоять. Ты почему-то убегал куда-то. Ты должен со мной все время стоять. Куда он бегал? Не знаю. Ну типа, блядь, же Ноэн, если стоял, почему тогда диспелла не было? Ну, видишь, он народ пишет, он рейд диспелил. Хуй знает, какая хуйня. Зачем ему диспелить рейд? Женуэн диспелил Монорота 10 раз, 3 раза Казума и 1 раз Сантвей. У нас на рейде, блять, есть маги, у нас на рейде есть Матиола. Ну типа, блять, нахуя? Ставлю. А кто диспелит рейд у нас? Он, получается, бегал туда-сюда. В смысле, маги, блять, плюс Матиола на второй фазе. Все, кто могут диспелить, все диспелят. Ну, Женуэн возле нас бегал, диспелил. Я стояла между Войдом и вот этой подходом. Женуэн должен отвечать за простью, блять. Прости, знаешь, конечно. Моментально диспелен. Смотрите, пожалуйста, я сейчас быстренько. Ну окей, будут это диспелить. На второй фазе, касается второй фазы, там хилить-то особо нехуй вообще на второй фазе. Там, блин, перекрывают весь этот хил шаманы. Там, блин, ну, я вообще не понял, а чего Элбрил сдох? Чего ты сдох? Элбрил здесь? Лужа была и две, да, и две еще кинуло на перекрест попал. Блять, ну вы можете от луж нормально вообще, от перьев, отбегать в стену, блять, и потом из стены отбегать сюда обратно. Вроде же нихуя сложного нету. Так,
там такое ощущение, надо, блядь, что на кричать. Второй фазе перья не так работают. Или надо, блядь, кричать на весь дискорд, как, блядь, в прошлый раз Делорус кричал эфир, блядь. Я отойду. Вообще ужас. Перья также работают, надо до конца каст к стенам, а потом, блядь, после каст прошел, бежать назад. Лёх, дай на меня метку на второй фазе, чтобы бегать. Никогда каст прошел, и люди бегут. Зачем тебе метка? Чтобы видели, куда, чё. Ну сейчас, да. Может, поможет. Так, может, и две минуты покурить пока что. Блядь, ну вторая фаза легкая, пиздец, там... Когда вы перебегаете ко второму мобу, фениксу мелкому, после первого, вы не забывайте, что мобы, блядь, идут, блядь, их надо контролить. Это не только вам надо, блядь, перебежать туда и начать его бить, вам надо еще параллельно, блядь, законтролить мобов, которые идут. И где ШВшка опять была? Да, блядь, она кончилась уже, нахуй. Когда они хлопнули. Так, блядь, не... зачем ты давал, если мобы даже не зашли? Потому что контролили в воздухе, они пока висели, потом они отпустились и пиздец. Так а нахера, типа, у тебя есть ШВшка, вот эти 4 моба, даже если там 3-4 идут, мы через ШВшку будем переживать. А купол есть? Купол. Купол у ДЦшника. ДЦшник у нас лежал, блядь. Есть интересная идея, конечно, таки. Как пережить урон? Да там максимум один... Одну хуйню ты переживешь. Ну типа 3 моба, там 4 законтролил, 6 стаков. Но фишка-то в том, что так это нужно, чтобы только танки стояли, чтобы они фулл прожим отдали. А где рыба? А смотри, Лёх. Если смотреть на уголь, с правой стороны, как бы... стоят ханты там, кто там еще с нами, а с левой стороны вообще никого не было у кристалла, ну, в смысле отбегать, вообще не отбегали, просто там тоже место есть, поэтому засрано было так. Этот, короче, смотрите, как убиваем первого, все подбегают полностью, блядь, весь рейд полностью. Милик вы, блядь, РДД, блядь. Или там хил, блядь, без разницы. Весь рейд собирается в одну точку, блядь. Сейчас метку поставлю туда, чтобы понимали. Собираетесь там в одну точку. Ладно, на себя метку поставлю, будете в меня все сбиваться. Проще всего. Потому что я все равно освобождаюсь после первой платформы. Собираетесь в эту точку и ждете взрыва мобов, блядь. Полностью. Я ж думаю, там, блядь, просто... Хотя не, просто сдохнет, скорее всего. Да кому тоже, походу, сбежаться надо. Надо танком только остаться, чтобы с фулл прожимами. Не-не-не, мы попроще сделаем. Просто ей же встать, а Женуэну закинем СС. Сейчас нету, 23 минуты КД. Ну, СС, если только. Ты хочешь массейвы дать, чтобы пережить все это? Да, блядь, чтобы вообще их не контролить нихуя. Вот 10 мобов как появилось, да? Даем массейва, переживаем там 6, 2 лока законтролят там, 3 даже лока законтролят, 3 моба. 7 мобов взорвем, и то они не зайдут сразу. Вот, вы просто соберетесь в меня, я дам массакру, этот, я буду на фулл хп в любом случае. Войд даст ШВшку, и купол ДЦ поставим, типа, и все в кучу. Пианист, свекучно, тут есть кое-какой нюанс. Мобы делятся на 2 части. Если большинство к вам прошло, это хорошо. Если 3 прошло ко мне, я законтролю только 2. Вот ты видишь, что у вас там, допустим, идет 7 мобов, вы 2 отпускаете, а 3 у меня по-любому пройдет. Нет. Стаки общие. Я не про это, смотри. Что я тебе сразу делаете? Говорю, что этот нюанс сейчас будет нас вайпать. Я не про это. Мы будем собираться
Там вам нужно контролить всех, а мне взрывать первым, чтобы у вас там была наглядная картина, сколько мобов отпускать. Не надо тебе взрывать. Ну, типа, твои могут взрываться спокойно. Типа, мы просто танков оставим, блядь. Ну, типа, танки переживут урон. Спокойно. Кават переживет, там, допустим, Войт, я тоже думаю, переживет. Я тем более. Монород тоже должен переживать, если на фулл хп будет. Отдаст там прожимки. То есть прожимки оставлять вот. А Холли Паул с кислородом. Вы тоже сбегаете? Холли Паул Бабл, допустим. Да, мы сбегаемся. А, ты про последнюю. Смотри, мы сливаем первого. Все остаемся на месте первого. На месте первого. И ждем взрыва мобов. Взорвались мобы, идем дамажить дальше следующего. Вот, и все сбегаются на эту ебучую платформу. То есть он там пробежать с этой платформы пару метров ступить, грубо говоря, до нас будет. То есть вот, грубо, середина платформы. Мы просто все сбегаемся, даем масс-сейвы, я скажу, когда их дать. То есть они все равно по времени действуют. То есть мы будем видеть, там, когда мобы будут подходить, мы дадим масс-сейвы, и в 4, в 5 хилов, блядь, я... Или сколько у нас будет? Да, 5 хилов. 5 хилов прохилят, я думаю, весь этот урон, плюс будет купол. То есть я тоже сбегаю с вуну? Да, вот смотри, сейчас метки уберу. Зачем? Да, тут вот, грубо говоря, вот звездочка туда подальше, получается, вот как выход с комнаты, вот в это место просто сбегаемся, там даем всем отсел и взрываем всех мобов. Два моба законтролим, два Делорус Сантей дадите баны, всех мобов остальных мы просто взрываем и стоим все на месте до того момента, пока все мобы не взорвутся. Хилимся и просто им там на хп отдадим. Это как только убиваем Феникса первого. Да, мы убили первого Феникса, появилось 10 мобов. И мы остаемся на месте. Это даем, как видим, что Фениксы подходят к следующим мобам, как видим, да, мы даем массейвы. И, блядь, взрываем их нахер всех, потом перебегаем. Где-то в этот промежуток, как они взорвались, мы уже будем на фулл хп, даются лужи. Лужи разольются где-то на нашем месте, грубо говоря. Ну, пока мы будем туда бежать, да? И, блядь, мы пойдем просто с чистого листа все дамажить. А что про дальних хилов? СС на них? Я говорю, жена НОСС просит встанет, если даже этот... Я понимаю, что КД. Я если после КД, то Женуэн реснет. Поставил рыбу. Сапроты рыбу перепейте. Сапроты нет, перепейте. Сейчас попробуем так задефаться. Посмотрим, что. Чем у нас очевидно? Я на себя звездочку поставлю. Будете рекламировать на этот момент. А по диспелам? Диспелю я тут на средний, да? Посередине раз Женуэн там возле плюс. Да. Ты диспелишь, плюс два мага. Магия. Маги могут глыбы сбросить, если что. Там одна секунда продиспылить, если трое будет диспылить. Там же не на весре, там пару человек. Еще раз даю проверку. Сапроты перебейте. Давайте повнимательнее, пожалуйста. Раздавака, что не хватает? Кулак, сейчас дайте кулак. Чем у нас Войд занимается в рейде? Он... Танчит. Мобов стопает. И мобов контролит. Угольки, танчи. ШВ дает. Ну и, короче, занимается. Не хочет заниматься. Вообще непонятно. Ты это, стаки поддерживай на бойсе. Хуйня, не занимайся. Ну ты есть, все поддерживай. Все, готовы, поехали. Все, херачим. Каст. Перебежали.
Пас. Перебежали. Дальних контролем. Эти ближние, да, пускай доходят. Чего, еще два могут заходить. Каст. Наперед сильно разливается. Дождь. Забирай. Того моба тоже отпускайте. Каст. Ближние пускай доходят, дальних контроль. Массакра дал. Троллит. Так, одному даю стан. Проводи. Шмышку. Три моба. Отводи. Этого контроль. Дайте, блядь, что-нибудь. Каст. В ложах только не бегайте, там не стоит, все, пускай доходит. Забираю массу. Каст. Ближние пускай идут, дальних контроль. Благо красным. Что 13 стаков набралось за секунды. Класс. Хрен поймешь, пока не набирает. Забирай. Прохил Мозера. Пила. Только в лужах не стойте, аккуратно смотрите. Проводи. Все нормально. Стой на месте. Все, пускайте. Бан, снимите, нет? Снимите ебучим. Пускай два доходят. Все, проводи немножко. Стопанул. Пускай два доходят, одному стан дайте. Кого-то прохил, 5 секунд. Забираю. Контроль дайте. Два пускай доходят. Хорошо. Подпорните. Все, пускай доходят. Каст. Войт, зачем ты тут стоишь впереди нас? Да он на него не бросается, так у меня есть что. Войт. Ближние пускай доходят. Контрольчик. КД не, сука.
Добро. Два пускай доходят. Босса бейте активнее. Каст. Есть, бро. Бейте босса. Бейте босса. Пускай доходят. Дал массакру под этих. Под этих дал массакру. Сейчас через секунду будет фаза. Бейте босс. Все нормально. Один дошел, один в корнях, потом нормально прохилится. Лежали на. Хулипа, встань как можно ближе к стене, чтобы доставал до калата и до кемпрода, все. И не прослакай перья. Вот здесь где-то вот стойте. Вот дай мне какую-нибудь тоже метку, я сзади типа. Блять, ты мелкий, от тебя хуй видно. Да сзади. Подожди. Поехали, Еру, да? Гера! У нас выда... Россия. Выда ярость. Последний усталый. Рассеянность это стоп-каст, если чё. Каст. Каст. Мобы будут первых пять. Лужа выбежала. Экскаватор там просидеется. Что с экскаватором? Обратно вернулись? Пускай доходит. Крик Феникса. Контроль. Ас босса. Крик Феникса. Он дизарм кидает. Усиливайте меня. Бейте активнее. Кого-то помочь? Киси просто. Просто. Розария себя. Бейте крик. Так, перья. Там не диспелит никто, я не достаю, а там никто, по-моему, не диспелит. Перья. Добивайте контроль мобов всех. Blizzard, все дайте на контроль. Добили? Где звезда? Звезды все забрались. Звезду все, блядь, куда побежали? Куда вы, блядь, побежали? Отпустите мобов. Кого-то прохильте, подойдите вот сюда, сука, с елы прохильте кого-то. Перелетят, блядь, ну вы серьезно? 2 секунды сложно, блядь, подойти вот сюда, вот, блядь, прохилить кого-то или что? Я добежала, но я в стаках была, я не могла его поднять. Ну, блядь, где диспел, блядь? Так я диспелю, я диспелю. Ну, бля, я понимаю, что ты диспелишь. Где отмага тогда диспел по себе? Блядь, в магии вообще понимаете, что вам надо делать? Что вам надо, блядь, диспелить, ебучий диспел давать по хилам. Анонш, блядь, хилы подбежите, блядь, похильте ебучего кого-то. Ноль реакции от всех хилов, кроме Матиолы. Чем занимаются остальные хилы, я в душе не ебу. Сука, ёбаный дезурон. Да при чем тут дезурон, блядь, когда 5, блядь, хилам кричишь, подхильте кого-то, подбегите, блядь. Так назови ник, он подбежит. Все, блядь, все. Мы сейчас все побежим. Я побежала в ту сторону кого-то, под меня кислород вынес лужу, я сдохла, я без маны. Ты повторно кричишь про хильти кого-то, я без маны, что мне делать? Я кричу баф, и на меня не реагируют. Блять, даже когда ты встаешь, у тебя хоть немного маны да есть. Чтобы кинуть хоть какую-то хилку. 7% маны. Блядь, я кинула на рейд лужи, все, у меня 0 маны. Тебе не хватит хилки бросить? Нет, не хватит. Понятно, тебе вечно нихуя не хватает.
Я поэтому и предложила, говорю, обменяйте меня. Давайте, нет. Не ругайтесь, господи. У меня еще вопрос.